Бийские автоперевозчики просят поднять цену проезда до 20 рублей. Сейчас в городе билет стоит 17 рублей 50 копеек, что, по мнению предпринимателей, убыточно для всей отрасли. А в мэрии про такую просьбу автоперевозчиков ничего не слышали. Нашим коллегам представители власти сообщили, что в ближайшей повестке нет вопроса о повышении стоимости проезда. Специалисты говорят, сначала предпринимателям нужно экономически обосновать рост тарифа и собрать для этого необходимые документы. Пока что это сделала лишь пятая часть всех бийских перевозчиков. Напомним, в последний раз тариф в Бийске поднимали в 2016 году.